Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Мы в прошлой серии на этом остановились. Что, нравится? Давайте быстрее это сделаем, что-то надо сделать. Так, открыть Подойди базу. Поближе, Эцел. А, вот что. Что, нравится? Только как-то самое странное. Это я помню. Это торговец? Что-то он не похож. Ну это я помню. Да, могу войти? Да, могу. Вообще замечательно. Чё, мне следить за ним надо? Давай быстрее, ё-моё, а. Я надеюсь, меня чуть более-менее было слышно. Наемник, наверное. Я уверен, что это недоразумение. Да ё-моё, а. Заметили, а где тут надо, что, мне садиться что ли куда-то? Там же не было этих черных. Что все заново? В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Понятно. Ну что, погнали все заново. Вот я толпой. Дня. Толпой иду. Я с толпой иду. Мне все равно, я иду с толпой. Сальве! Да блин, вот народ тут, блин, куча, а. И все по нос друи, да? Ну это для меня, конечно, хорошо. Аккуратненько. Что возможно этого? Нужно рассмотреть. Я глупый женщина. Я ничего плохого не хотела. Да ё-моё. Ну давай, иди, ё-моё, а. Чё, пока до неё не дойду. Да, короче, она не пойдет, пока я не дойду до нее. Но слава богу, вот эти были здесь. Они хоть прикроют меня. Еще один чужак. Да, я
мне нравится, конечно, это все делать можно офигенно. Зачем так долго и не сохранявшись, а? Я такая дура. Извините. Это торговец? Все, прошли наконец-то. Давай с толпой вписывайся, блин. А, нифига, мы круг сделали. Бена, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Так, на человека обокрась его. Да чё это? Привет. Вор! Вор! Эцо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите вора! О, нет. Помогите! Как только обчистишь чей-то карман, сразу же уходи. А где? Меня грабили! Мои деньги. Они пропали. Все. О, ну нафиг мне это все это учиться надо было, а? О, нет. Сливаться с толпой. Нафига опять мне сливаться? Вы научились воровать. А, я типа научился всему этому. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, мечи наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Да. Угу. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Ну чё, да Винчи? Ну, погнали, да Винчи. Так, да Винчи, да Винчи, да Винчи. Лучше я отойду в сторону. Да Винчи, я иду к вам. Так, я понял, меня ищут, да? Эй, что такое? Где ты этому научился? Нанять их. А, ну и так же этих могу, да, буду нанимать. А что зона недоступна-то? Э.
вообще очуметь. Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на 6. Да еще быстрее. Что-то медленно бежим. Так. Блин, тут эти палы. Их вижу. Его вот так, вот так, вот так и сюда. И побежали. А что, это не открывался, что ли? Да, откроем как раз здесь. Синхронизацию сделаем. Да Винчи как раз рядом. Ну что, это открылось мне или нет? Местность. Всего ж 5 штук. Так, внизу враги. Так, вот они враги. А мне туда надо. Все, я здесь. У меня высокие цены, но товары того стоят. Так, да Винчи, да Винчи, да Винчи. Где он, да Винчи? А, вот он где. О, Эцо Аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. О, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцо. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Миди спьяче. Стой, стой, стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Ш-ш-ш. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Спитывай, вот. Да? Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамente? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. И чё? Так, а чё тут делать-то надо? Так. Так, вот он, клинок. Ну, нажал я. Так, надо настройки зайти посмотреть. Снаряжение. Настройки. Как всегда, управление. Больше у меня принтезия нет. Так. Меч, да. Спрятанный клинок 3. Вот так что невероятно. Нажать. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно.
Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си. Чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. Чё, опять время ждать? А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фарин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? А чё он только один напал? Ну что, хватит? А, вот как. Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. И чё мне? Чтобы поднять тело, подойдите и нажмите. Но... Поднять тело. А. Как его поднять-то, ё-моё, а? Тело, поднять тело, ну вот она. Очуметь просто. Ну чё, дорогуша моя. Так, куда тебя? Да тащить-то на тебе. Сюда что ли? Смотреть вперед. Туда. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле эмеа маджи. Перейти передавайте, нифига себе. Так, мы здесь. 200 нам дали. Ну что, продолжаем дальше. Фигня страдать. Маке? Для чего этот Данце дель Дьявол? Да ё-моё, а. Давай-давай, быстрей. Нажмите, удерживайте во время бега, чтобы толкнуть людей. Ну это я знаю об этом. Ну, я знаю, где тут пройти можно. Давай-давай, Эцио. Да ё-моё, нафиг ты так прыгаешь-то? Опа, вот так вот, на краёк земли. Да ё-моё, ну куда ты прыгаешь-то? Да. Опа. Сюда. Это вот эта верхушка, да? Да, вот она. Ну пока я точно залазить не буду. А вот это смогу я открывать уже? Да, могу открывать уже. Денежки, денежки, денежки. 90 песо, что ли, что тут у них, я не знаю. Песо это вообще-то, если не ошибаюсь, мексиканское. Блин, тут этот урод стоят. Тут уроды стоят.
А мне все ищут. Во, тут можно пройти. Опа. Вот так вот. Так, даже ближе, я думаю. На крыше, не? Они на крыше. Так, так, так. Что ты здесь делаешь? Ладно. Не дайте ему уйти! Два быстро. Ну, обещи его, а. Три всего лишь. Ну ты, блин, только назад, так что ли, берешь? Опа. Так-так-так. Опа. И тут тоже можно открыть, вот она. Хорошо, супер. Ну что, откроем здесь, да? Да ё-моё, блин. Эй, подумайте о тех, кого вы можете поранить. Тебе, а тебе что ли? Он так ходит из-за Илка-Касангу. Блин, хау тебя потратил за просто так. Вот так вот. И забираемся. Орёчек, иди отсюда. Открываем местность потихонечку. Вот и мы открыли. Сколько? 6,73. О, блин, там еще охранник, я вижу, есть. Так, тут рядом они есть. Ну, мы сейчас убежим. Прости, мужик. И вот и мы здесь снова. Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины Вероккьо. Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Ну что, мы все-таки убьем, что его? Ну, подумаем, да? Так, понятно. Да ё-моё, а. Ты тут забираться не умеешь, да? Зачем он это делает? Чтобы ты меня спросил. Так, забираемся быстро. Только клинка-то нифига нету нормального. Это не... Не сказать суперский клинок, блин. Не-не-не-не, только не сюда, блин. Диумио, простите. Покидаемся карликами. Фигово, он такой задание еще хав меньше. Наполовину. Все, гоняет нас туда-сюда. Ну че ты забраться-то не можешь, что ли? Я, значит, это он сможет сделать. Я как говорю, я не проходил эту часть игры. Я не знаю, что сейчас будет. Так, и что он делает? Опять.
Что мне делать-то надо, я так не пойму ничего. А, он мне сюда ты надо. Ты снова понятно. Об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно. Ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, пацы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи — путь к ненужному вниманию. Так, он туда погнал. Тут охрана. Войти в группу людей, мешаться в толпе. Это вот этими что людьми, да? Да. Так они идут не туда, куда я хочу. Да ё-моё, ё-моё, ё-моё. Слишком много, да? Да ё-моё. Голову толпа пробежала. А почему не скрывалась с этими мужиками, которые там рядом были, а? Просто очень интересно, любопытно в этом случае. Так, я здесь. Сюда. О-о-о. Мужички, я с вами. Да ё-моё, блин, а. Ну я же с ними шёл. Почему ты не постоянно прикрываешься ими? Вот я не понимаю смысл-то. Там то серии как-то полегче все делается. Ну давай, ё-моё, начинаем. Все заново, все заново, все заново. Давайте еще попытку сделаем. Откуда ты такой взялся? Я уже собирался идти домой. Идем. Это я не хочу подходи, ничего красть. Не стесняйся. Так, туда я не попаду, да? Просто так. Вот они, куртизанки. Так, нанять их. Хочешь расслабиться нам в одном деле? Чао, Белло. Выучишь пару новых движений? Добрый вечер, Гонфолоньер. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души? Да. Стараемся отвлечься от этой неприглядной так, истории. Где он? С семьей аудитории. Подумай только, ведь Джованни был мне как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть его предателя из городских хроник. Он не достоин того. Ты! Все-таки мы убили его. Ты бы поступил точно так же.
дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудитора не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Так, тебе что, уходить отсюда надо? Ассасин! Уходим! Что он тебе, конец? Я пошел ты в жопу. У меня нет мечей, чтобы с тобой сражаться. Сейчас заберемся на эту лестницу. Ну обойдешься ты. Быстрее! Эй, амико! Я просто хочу поговорить. Ну чё? Сейчас. Это полтаки смотрит. Не? Отходит. Так, что мне дальше надо? Не могу покинуть эту зону. Это очень смешно. У меня странное чувство. Да ё-моё, я не заметил, он снизу был. Все, покинул эту зону. Хе-хе, должно быть, неплохое было вино. Куча письмо. Чего? Документы о заговоре. Эй, ё-моё, забирайся давай. Ну давайте сейчас дойдем до задания. Что ты тут делаешь? Слезай! Да пошел ты в баню от меня, блин. Молодец. И вот здесь, вот так вот. Блин, а. И прям на кого-то врезались. Что вы? Артист? Извините, мне пора. Не знаю, о чем. Да, вот это артист. Так, 110 осталось, тут еще пало. Кто-то есть. Это впень от меня нафиг, а. Че вы простаете все? Не зарезай, зарезай. Разыскивают уже, ё-моё. Надо из этого город валить, я так понимаю, да, на данный момент? Сюжетки-то, блин. Делать почти нечего. Опа. Это один из символов. Что он означает? Он здесь не просто так, это точно. Можешь рассмотреть его? Эй! Используй орлиное зрение. Ну уже. Ну я что сделал? Где этот символ-то? Чуть ниже это символ. А, вот он, этот символ. Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Загрузи его в мой компьютер. У меня талант к дешифровке. Я не могу открыть его, он совместим только с самим Анимусом. Тогда отправь его Десмонду. Просто не верится. Очуми просто. И что это такое? Я? Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Нам всем лгут. Все, что мы знаем, все, что нас научили, все это ложь. Хорошо. Я загрузил в компьютер файл с доказательствами, но я разделил его на 20 частей и снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? Королева Изабелла? Нет, не она. Какой цвет, а? Неважно. Пароль к первому файлу спрятан на этой странице.
Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь правду. Что за хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? А, блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Абстерга в анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Абстерге написаны кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в анимусе. Доступный файл. Ух, ё-моё. И чё это даёт? И без этих мифов выросло, но оно и тоже почва. Всё. Забри покой тайны, и так и не откроется истина. Это выход пока, я чё? Потом мы же разберёмся, да чё сейчас. Так, спускаемся уже, а? А я думаю, этот цветок вот этот. Он должна быть опасной, она должна да, быть красавицей. Да. Думаю, мне лучше покинуть Флоренцию. Куда отправишься? У моего дяди Марио есть вилла у Монтериджони. Тебя по-прежнему разыскивают, Эдсо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. Если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатые. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Ну да понятно, да я принимаю, конечно. Это я займусь уже в следующей серии. Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Ну это хорошо, давайте... Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний Эцио. Да понятно, понятно все. Ну давайте, всем до свидания. Всем удачного дня, увидимся в следующей серии и других прохождений. Всем пока.